My master Финн продолжаем проходить Song of Seven, Chapter One. Это не идет, он впадает. Ладно. Так, это кто? Решишь, что приготовлю с собой. Цветок какой пошла. Ну давай, блин. Бутылка. Пойти за ней. Да. Да. Я перевожу особи. Клава. Бе, ребят, бе. Ну, вы поняли. Что тут понимать? Просто бе. Ну все. Бе. Опять бе. Убиваюсь от смеха. Да. Так, ладно. Нашел ему какую-то подростку, девочку. Пошли на приключения мир спасать. Мама и папа живут в соседней деревне. Можешь себе представить, типа... Ну, да. Угрозу нашли, какую-то. Опять ожирена. Спецебятины. Чего спасать? Кого? От кого? Черт знает. Книжку какую-то нашел. Сегодня, кстати, на людей сходил, апокалипсис. Всем советую, хорошо, достаточно. Вот такой, как бы, ну, спин-офф. Там 283 году происходит. Не буду спорить, скажу, достаточно хороший фильм. Раскрывает все подробности, которые мы не знали о Феликс в их молодости, скажем так. Ну, через неделю Warcraft и Алиса за зеркаль. Ну, Алиса за зеркаль, не знаю, это детский фильм. Вот Warcraft надо сходить в денег. На Алиску я, может, скажу, что примерно. Деньги не пойду. Его детский сад. Wow, chose myself. Yes, by myself. Come on, can I handle? It's Kiba. А, да. Черепата ранизили. Черепашки еще будет 2 июня. Но это вообще полный капец. Мутанты какие-то. Так, it works on making couple super police button. Сохранение. Тебя надо к вам терять, меня не пускает. Эй, тетя, пусти, пожалуйста, а? Где твои вроде? Что, сынок, шел питать сюда? Так.
А давайте сыграю, а? Можно дать я молоточку. Я тебя слегка приложу, так не больно. Ну, зараза. Ну, что не нравится-то, а? Если не играю так, а на что сразу-то? Так. Не пускает меня. Плохая. Что-то там сервер-центр. Слушайте, ну, тяжело было русские субтитры сделать, а? Ну, правда. Легче так было бы понять, что они там хотят от меня. Легче было бы играть. Я что-то заметил, да, в последнее время вообще русский язык убрали. Интерфейс, субтитры, уж озвучку я даже не говорю, это вообще теле. На этих на консолях только оставили. Пипец просто. Субтитры оставили, и то так редко нас встречаются. А так все, забудьте. Типа идите английский учитель называется. Знаете ваш проблем. А оп, сразу американский. Кстати, языки достаточно отличаются. Так, видимо, сюда надо пройти. Так. Ну и чё, куда мне? Вернул куда-то. Палатка какая-то. Ну чё, давайте посмотрим, какие тут еще есть локации, кроме этого леса, и джунгли. Ну что у нас тут еще есть? Вот сюда еще можно, в принципе, побежать. Нет, сюда, это на это обратно. Это же вот там. Не знаю, может надо обратно бежать, конечно, какие-то новые варианты диалога появится. Так, ну мы видим лес, да, тут. Ничего, никакого прохода сюда нету. Моста. Еще хрень какой-нибудь. Так, ладно. Смотрим. Можно поворачивать вот так, в принципе, камеру. Ну, не знаю, в принципе, вот сюда почему нельзя. Видимо, это будет следующая локация. Пока надо что-то сделать. Там сюда еще смотрю, да, можно. Посмотрим, что тут у нас. Оп, новая локация. Горы. Назовем так.
Так, у меня те же самые. Так, мост. Надежный. Все, как он еще держится. Да, интересно все идет. Так, стоп, и чё? Так стойте, я сюда пришел зачем? Нет, не на мог темно есть. Может, конечно, пропустишь что-то? Да нет. Не, подождите. Да нет, это дорога обратно. Видимо, сюда пока не надо, я понял. Нам надо с вами в лес, видимо, только. Сюда и, соответственно, в лес. Это будет у нас чуть попозже понять бы, что там в лесу надо. Сюда еще можно. А, отсюда я пришел, наоборот. Подождите, пришел отсюда. Нет, не пришел сюда, вроде как все можно. Так, тут тупик тоже. Тупик, так тупик. Не, ну, в принципе, есть плюс в том, что тупик, мы никуда не можем пойти, чисто логически. Что у нас всего одна локация для действия. Давайте домой побежим. Домой, в смысле, где? Действий меньше надо. Нет. Сейчас мы разберемся с двумя этими локациями. Может, заснул, видите. Теперь попробуем овцы напугать. Дальше видео мы не могли, и может сразу. Эй, вы чё? Эти дам сейчас бе. Мат, матом ещё ругается. Вот зараза сразу просыпается, а? Не, нельзя. Надо, чтобы мужик ушёл. Ну чё, чё, зачем тогда заснул? Ну не хочет чё брать, он говорит. Тут не моё и всё. Опа. Ну, это другое дело. Давайте, мочите, пастуха. Кто там? Бя-бя-бя-бя. Сохранение. Нормально. Может, кто-то извини, но он такой же вопрос. Сюжетик просто такой, и все. Овцы свою же просто хальше замочили, задоили. Чё, яички? Куда бежали? А, вот. Иди, что-то боец. Ребята, а что испугаться-то? А овцы в саду там гадят. Зашел, ну, вроде как. Ну, извините, но жрут все подряд.
Вам бы случайно это... Совсем офигели, блядь. Надо их прогнать, питаться. Вот он доски отдирает. Наконец. Умный малый. Найдем кабинку. А, ну сними, по-моему, это надо для моста, нет? А, в комнате можно отказать. А, она сразу заметит. А, туалет теперь можно идти. Что у нас в стабильном? В туалете уже никого нет. Так, а дома что у нас? Отец мамы. Отец не годует. Мое обидение, какое несчастное. Совсем без мамы. Да, примерно. Шутка. Уже давай врача за бедность, на него. Наш давай. Что делать? А что делать? Что делать? Что делать? А что не делать? Что-то доском сейчас сделал. Вот через мост там перейти, может еще что-нибудь. Кто знает, там все что угодно может. Да. Так. Может ей надо отдать. С ним нельзя говорить. А что, куда тогда идти? Ну пойдем к мосту, а что еще делать? Там попробуем перейти дорогу. Дорогу мост перейти. Пользуя доски. В принципе. А куда еще? Доски. Это доски от окна просто. Скажите вы. Да кто же узнает? Сейчас сюда зароем сначала. На палатку, может. Фигня. Ну, я не знаю, на ту дуру нажму, конечно. Может быть, типа... Ты понимаешь, что с помощью досок они будут приходить? А вот тут лопата не заметил, а то сейчас. Но она сама не берет.
растение. Убери растение, чувак. О, куда пришел? А, ну да, туда. Так. На нее доски, да, нажимаю. Сохранение. Что она говорит? А, она говорит, что типа двух досок не хватает. То есть надо построить мост из досок, как вы поняли. Ну тут, наверное, раз, два, три, ну, штук 8 досок еще надо добыть. Потом только к ней приходить. Вот другое дело, где их добыть. Ну, в этой игре, может быть, где угодно. У меня всего два предмета. Может, что-нибудь там с ними-то придумал. Себе еще на какую-то локацию можно было пойти. Вроде как нельзя. Да, можно еще что ли. Так и делаем. Так. А тут ничего нет. А что такое? Эй, смотри, фокус, чё, где? Он не хочет брать эти бутылки. И типа не мое. Ну тут-то что-то надо взять. Тут я пока ничего не брал. Это просто для красоты, что ли, сделали комнату? Не знаете. Сюда нельзя. У нас много мест, куда нельзя. Домой пойдем. Давай приходим, там доски. Штук 8 махуа. Мод мост делать, так и кань задавать. Мало такая берет. Да хоть главное злодей говорит. Ну что, сынок, учись. Ну, вот эти доски, да, 4. Как мы в детстве всех преступников-то ловили. Хитрость. Ну, вот тут, кстати, есть куча предметов. Этот сундук надо как-то игру, куча предметов. Это вот это что-то за игрушку.
Тут он чего, братья, хочет? Не хочет. Не хочет. Так, а куда же идти тогда? Может попробовать сыграть там, где мужик спит. Мужик. Это мужик или не мужик? Бери эту овцу. Так, овца и сам без обидно. Вот. Так, вообще не без понятия, что делать. Еще дверь заперта. Это читали мы уже. Вот там требуется им. Не пойму, куда идти, что делать, честно говоря. Ну что, народ, давайте думать. Может, придем еще и с локации, которую пропустил я, хотя тут тупик. Лес нам не надо. Так. Ну ищем, ищем. Что еще остается? Там лес только. Наши деревья можно обижать. В принципе, в горы сюда можно, тут вообще не действует. Может быть, сейчас, конечно, появится. Доски пойти где? Да не, может, тогда да, понятно, ломается. Так, куда что ли? Да что так, вот здесь явно что-то надо применить. Видимо потом. Шпайт с ведром ничего не надо делать, с густами тоже. Зачем он там играет? То есть тут нет вообще активных точек. Хоть бы одна так привить.
сюда, да, нет, тут я. Там туда почему-то нельзя. Ну, видимо, рано еще. Скорее всего, эта локация откроется позднее. После того леса не станет. Потому что вообще в втором главе будет. Тут что не знаю, того не знаю. Ну что, в деревню, да, себе? Да давайте лучше опять сберу последний раз в лес. Если и сейчас ничего не получится, тогда, значит, будем пытаться в деревне что-то делать. Потому что, как вы видите, смысл. Доску мы применили. На что нам с ведром делать, с густыми? По-моему, так понятно, что почти нечего. Все ничего не понятно, короче. Посмотрел, посмотрел, не видит ли кто. И ножик взял. Вот ножик наш. Какой-то прогресс. Пойдем сейчас немножко заехать. Ну что, будем сейчас на выход всех надо тыкать, а что нам остается-то? Понятно, что с ведром тут ничего не надо делать. Выкусываем, да. Значит, ножиком что-то. Скорее всего, надо сюда протиснуть. Да, точно. Шава! Проходи. Проходи, гость, будь милым другом. Так. Статуя какой-то армии. У них какой-то местный мой. Мы выходим, получаем предмет. Теперь будем его пристраивать. Пока неплохо, в принципе. Два предмета наши. Другое дело. Книжку почитаем. Ничего интересного тут нет в книжке. Даем ей. Что-то она там сделала. А, она сделала этот. Доски наши, которые мы давали, она перевязала как следует. Получился мост. И теперь можно в другую сторону идти. Ну, разумеется, пойдем в другую сторону. Там у нас один ножик остался. Что это за место, мы спрашиваем, этот путь? Что за путь? Да. Так.
Так это где я вообще? Куда это я забрал? Попал. Just for this here hell of the life. Так, тут главное потеряться. Тут невозможно потеряться. О, господи, ты. Вот такой грех. Ладно. Так, ставим на лифт. Alright. Ребят, ну это первая глава только. Поэтому, в принципе, особо не ждите приключений каких-то. Я говорил уже, что 5 глав будет у меня. Просто 50 рублей за каждую. Когда будет 2, 3, 4, 5, еще сами разработчики не знают. Ну чё, входите за что надо. Так, чё у нас тут? Что это за упырь такой? А, это... Чё какой-то? А, гном какой-то. На гном похож. А? Может на 20. Нет, не то, не другое, у них нет хвост. Так, крайне. Все не пойму. Как пока. Так, мессенджер. Письмо, конец. Ну, короче говоря, здесь письмо, и там написано, что ты должен спасти мир. Тебе его сейчас передам, ля-ля, тополя. Что-нибудь тут можно взять? Прежде чем полезть в карту, посмотрю, что тут у нас. Там ничего. Так, слышь, мужик, у тебя диалог вообще нет никаких? Ученый какой-то, блядь. Не хочет сюда карабкаться. Тем более, я слишком умный для этого. Где-то тоже это интересно. Заморовали, блин. А, вон. Ломи, двигай за мной, блядь. Ну, теперь на крышу, да. Жутко, для понимания. О, сидят, любовница, говорят. Любовная пара. А, нет, просто, да. Ну, да, понятно. Красивый закат. Это поля. Здесь достаточно далеко. Да.
Что за камера разные виды, ребят? Ну, я вам каждый раз за 5 слов каждый вижу. Так, ладно. Ловненько. Такая спускается. Ну что, покурили травку, все, пошли дальше. Погуляли. Ладно, так, что у нас тут? Наверх можно. Наверх нельзя. Типа открыл, непонятно, что она. Хотя бы дверь показали бы. Follow me, двиг за мной. Ну так бы всю игру, двиг за мной, да? Follow me. Я тебе такое покажу интересно. Это все принеси, найди, не знаю что, не знаю где, бля. Доски таскать. Очень прям интересно. It's locked. Классно, принесла и горят. Ну вот, двигай за мной, вот только тут закрыт, а вот позади то уж ты уж сам дальше думай. Все, у тебя надо думать, как пойти в эту дверь, ребят. Вот это я так. Она все-таки она смогла войти, а он не смог. Вообще нелогично. У нее что, ключ был или что? В наши дни. Ты, чувак, спрячь свой хвост. Да, это я уже запутался, честно говоря. Что-то бегают, что-то они ищут. Тут вообще есть мои тупки. Не, она, конечно, может пройти. Спала у меня. Не, он прошел. Замечательно, блядь,
Контра. Без контра. Пункт срачер играет. Я донял до чего. Извините, я еще бас прочитаю. Киба. Киба я, киба ты. Эма, контра. Контра-страйк, привет. Привет, халфа. Камон из контра. Is one a friend of mine. He must want dogs to mouth and once he was passed. Типа пас. Пас гони, пропуск. Ну ладно. Обезьяна макака. Апельсиновый ра. Как там? Контра из вегетарианец. Почему нельзя, если он вегетарианец? Окей. LetsPlay. Как мини-игра, что будет. Окей, окей, копи контра, позис. Я сделал это, 4 раза повторял кнопочку влево, вверх, вниз, направо, ой, как сложно. Да, а что, отрывать 4 электрика, что ли? Или загадки? Я. Задницу зачем нам показывать? Ну ладно. Вверх, вниз, вправо, вниз, вверх. Вверх. Вниз. Вправо. Повторяет за ним это, короче. Вверх. Право. Вверх. Право. Лево. Вниз. Вверх. Право. Вверх. Право. Вниз. Лево, вернее, вниз. Вверх. Вниз. Вверх. Вниз. Влево. Право. Лево. Право. Вверх. Вниз. Вверх. Вниз. Влево. Право. Влево. Право. Пропустил нас этот еврей. Это... Типа не считал его нафиг. Лечиться ему надо, все такое. Так. Ну чё, все по полям, да по морям, да? Избушка какая-то.
Идти нельзя. А, можно все. Можно. Прикиньте, можно зайти в избушку на кодых ножках. Мы домой, чтобы попало. Да, ты знаешь. Нет, не знаю. Чего это они взболотнились? Тебя пока тут не было, тут типа тут такое произошло. Че произошло, чела? Че тут мазок устроил? Кто наезжает? Это его отец вот там посередине. Постом. Да, тяжело значит. Так, I'm sorry, но это уже навец. Чё ты? Ты чё их выпустил, а? Сейчас ремня ползает. Ну что-то это вроде... Я больше не буду. Я нечаянно. Да ладно ты, нечаянно. Ты чё вообще? Чем думал вообще? Пашкой? Чем-то другим. Ибо, ну я твоя мама, ну я ж тебя не учила. Ну кто тебя вообще таким плохим манерам? Ну и правы. Одну цель наказать. Я все, я извиняюсь. Что я взял молоток, взял доску. Он, его надо наказать, поставить в угол. Ну что-то в этом роде. Да, еще надо ставить плоской сад. Вот я плат. Окей, я уже приступаю. И, типа чинит все, что он натворил. Ибо этот. Киба, киба. Сад делает. Тоже не умник нашелся. Ночь наступила, чувак, иди спать. Иди спи, бля. Спасибо, киба. Теперь можешь иди спать. А я буду ночью работать. Скучать, прикиньте ночью. А ты иди попробуй засни. А я тебя стучу. Стучу на душу, да. Может быть, и заснешь, говорит. Попробуй. Кому-то удавалось. Я буду стучать в нашу деревню. Своим молотком. Ну, вот, захоронение. Все, пойдемте дрыхнуть. Кибыть. Батна, батна. А, ща спать он будет. Слышь, ты что тут делаешь? Хиба, хей. Если какая-то. Руки что делает.
этого парня, типа, прикиньте, приходит он домой, типа, а там его девушка, с которой он в лесу бежал. Чего он должен думать вообще? Думает, слушай, а я тебя тут ждала, помоги мне уроки сделать. Говорит, пожалуйста, конечно, тебе помогу все уроки. И мир спасти. Ну, дальше сам догадайся, о чем я говорю. Ну, вот диалог есть, читайте. Просто хочу помочь. Удаляйтесь. Спину разворачиваю. Наступило утро. Пятница, тринадцать. Не просто утро. Шаладу. Ну чё, ребят, чё я могу сказать? Давайте этот второй день. Главный первый будем проходить следующее мини-прохождение. С вами был Мастер Феникс. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комменты. В принципе, игрушка не очень. 6 баллов своих по 10 баллов, 7 или троечку на свою твердую, вот я не знаю. Можно, заслужил. Все, давайте. Пока.